Так, дорогие друзья, я пытался сделать прямой эфир, но у меня не получилось. Значительно ухудшилось качество интернета, поэтому я решил не мучиться, а записать видео, и тогда придется мне это видео загрузить уже на YouTube, но это будет не стрим. Вот. Ну, в общем, что произошло с тех пор, что я с вами здесь стримил? В принципе, видите, дорога там уже полностью перекрыта. Тут теперь ходят только пешеходы. Я еще не вылазил из трака, я не смотрел, кем там перекрыта дорога, что, как, не знаю. Но тут люди ходят, они ходят мимо меня. Это хорошо, это радует. Мне тут уже мешок апельсинов дали, я печенье ел, какие-то сэндвичи ел. Я тут уже умудрился дать интервью, какие-то девчонки русскоязычные, тоже, наверное, блогеры. Я им дал интервью, сказал про свой канал, так что, девчонки, если от вас кто-то мой канал посетит, то рад. Вот, всем добра, всем мира, всем стоять до конца. Девчонки задавали хорошие вопросы. Вот, я дал ответы. Так что как-то вот боремся. Смотрите, людей прибавляется. Кстати, можно посмотреть, почему бы мне не посмотреть, какой будет прогноз погоды. Потому что надо перепроверить. Так, надо перепроверить. Вроде сейчас в Оттаве минус 14. Это не так холодно. Так, ночью написано 23. Хотя кто-то говорил, что будет минус 34. Но судя по тому, что я вижу в прогнозе погоды, это неверная информация. Сегодня минус 13-14, хотя было 22 днем, но это рано днем. Ночью будет 23, завтра будет минус 8, ночью 21, в понедельник минус 9, ночью 19, во вторник минус 3, то есть в среду 0. Так что живем, потепление глобальное идет, вот, так что... Если, конечно, будет теплее, то, конечно, будет лучше. Он, посмотрите, жених Улочкин идет. Хасочка патриотичная. Патриотичная. Жалко, что я в стриме, надо было пойти спросить. Вот, может быть, яйки не отрезанные. Вот, а жених нам патриотичный нужен. Ну, ладно, найдем еще жениха. Так, ладно, я обещал вам, что я покажу тот видеоряд, который я заснял сегодня утром. Давайте я включу этот видеоряд и посмотрим. Я обошел, посмотрел, давайте посмотрим. Вот, это тот видеоряд, который я заснял утром. Смотрите. Тут и у меня в микрофоне гудят, и там гудят. Видите, это как раз тот перекресток, на котором я стою. Оттуда шли, сейчас вот ходят, идут все люди. Тракторы тут подтянулись, этих тракторов вчера не было. Вот. Грузовик стоит. Кстати, полицейскую машину он там, этот грузовик, заблокировал. Ну, думаю, не знаю, может быть, уже его выпустили. Ну вот, посмотрите, вон женщина, смотрите, в короткой юбочке идет, такая молодец, красавишна. Вот, и вот это основная, как бы, часть траков, которую сюда пустили. Я уже там дальше. Я вам уже показывал, но мы сейчас пройдем гораздо больше. Посмотрите, траки стоят все там как тетрис, заполнили всю улицу. Вот, пищат. В
Вообще молодцы, красавчики. Люди молодцы. Все на таком подъеме. Вот эти легковушки, которые здесь стоят, они отсюда уже не выйдут. Вот. А вот видите, люди сюда еду приносят. Вот, написано «Трудо must go», то есть люди требуют. А у меня тут фейерверк. Днем фейерверк, ну ладно, мы смотрим видеоряд, фейерверк днем, и будет еще фейерверк. Вчера был, сегодня днем уже второй раз, ладно. Вот, так вот эти вот машины, они отсюда уже не выйдут никак. То есть, я не знаю, если уже было или еще будет. Я видел здесь и бензин заливали, то есть они стоят, и им там холодно. У меня хотя бы есть автономная отопительная система, которая хоть как-то работает, если нет. Но если, конечно, минус 30, ее не хватает, вот, но... Минус там 19-17, вполне даже нормально. Вот, кто-то тут бензин разливает. Короче, и для коктейля Молотова, чтобы обогреваться. Вот, но мы медленно приближаемся к парламенту. Сейчас, вот мне тут еще стучат, еще мне тут... Hi, I have stream. Okay, merci. Merci, I'm okay. Меня тут подкармливают, похудеть не дадут. Так, я извиняюсь, что я прервался. Значит, люди стучат, приносят еду, покупают за свои деньги, подкармливают, благодарят. Это очень трогательно. Так, где мы? В общем, идем мы дальше. Сейчас будем приближаться к парламенту. Вот это я не понял. Тут кто-то или бомж какой-то, я не знаю. Но в такую холодину я не знаю, как вот вообще люди, которые бездомные, как они могут в такую холодину как-то жить. Я не знаю, кошмар какой-то. Так, я отвлекся. Так. Ну вот, люди ходят. Это то, что было утром. Еще раз. Сейчас людей гораздо больше. Гораздо больше. Вы это все видели после этого видеоряда. Я вам еще покажу. Я в самом эпицентре. А это с утра. По-моему, где-то в 9, может, 9:30 утра. А сейчас навалило народа. Я тут подписчика видел, который... В прошлый раз, когда был стрим, он писал, что приедет сюда с русским флагом. Вот я его видел, встретился с ним. Вот, очень рад. Вот. Так что стоим. Люди приезжают. Он где-то недалеко от меня живет, тоже приехал. Я поинтересовался, как там дорога. Он сказал, что вроде нормально, доехать можно. Так что попрошу Катю, чтобы она мне там макароны по-флотски сварила да привезла. Вот, в принципе, тут еду разносят, но опять это какие-то пончики, чтоб я потом с лишним многочисленно прибавленным лишним весом не вышел из этого протеста. Вот, лучше что-нибудь, хотя макароны по-флотски тоже. В общем, что не сделаешь, короче, будем как-то держаться. Вот. Ну вот, вот народ. Я, по-моему, вам уже показывал, там полиция стоит. В принципе, стоят так. Если вот они стоят, если бы кто-то реально там ломанулся, то никто бы ничего бы не остановил. Но никто не ломанется, никто ничего не сожжет, как я говорил, никаких погромов, ничего не будет, ни одного разбитого стекла. Ничего не будет. И у меня спрашивают люди, а как же ж вот это вот, вы ж ничего не добьетесь. Надо же обязательно какие-то жертвы сакральные, кого-то замочить, кого-то расчленить, кого-то на вот этом заборе распять. Нет, ничего здесь такого не будет, но для того, чтобы люди были услышаны, здесь придется конкретно долго
находиться. То есть без всяких... без всякого кипиша, но долго. Вот, поэтому вот таким вот мирным, абсолютно мирным. Еще раз говорю, если какая-то зараза где-то скажет, что здесь какие-то плохие люди собрались, агрессивные, это все ложь. Здесь собрались абсолютно нормальные, адекватные люди, которые мирно, цивилизованно. Вот, поэтому сами все видите. Вот, посмотрите, какой. Вот это вы представляете, это люди потратили деньги, поприклеивали вот эти вот надписи на грузовиках. Это, кстати, партия, за которую я голосовал на выборах. Вот, и я думаю, за эту партию много кто голосовал. Это из тех, насколько я знаю, канадских партий, единственная, которая говорила, что они против всей вот этой хрени. Вот, за них много кто голосовал. Я за них голосовал. Смотрите, какой трак. Вот, пишет, что вернуть учителей, там, врачей, медсестер, школы. Я не успел сейчас все прочитать. То есть все стоим за то, чтобы для всех людей это все закончилось. Видите, вот эти стали здесь и будут стоять, как и я. Надеюсь, что солярки всем хватит, потому что холодно и... Вот. Если солярки не хватит, я не знаю, это будет беда. Но надеюсь, может, кто-то подвезет, я не знаю. Будем надеяться. Видите, кран там развернули, флаг. Вот парламент. Они там забор построили, то есть суки отделились от народа. А вот посмотрите. Представляете вот это вот? Это, кстати, немалых денег стоит. Так что люди к тому, что кто говорит, что постоят порвы пустят. Тут очень многие люди для того, чтобы сюда попасть, они неделю ехали. С Ванкувера они неделю ехали. Вы думаете, они разойдутся? Вот эта полиция, они пускают всех только без палок. Вот на флаге, на этих клюшках. И они говорят, что вы можете спокойно зайти, только без палок. Вот. Ну, я это все услышал. Вот, видите, кто-то что-то снимает. Я не знаю, это телевидение, блогер. Ну, для блогера что-то слишком крутая у него камера. Вот, я не знаю, кто это. Ну, вот, одного мы увидели. Там дальше еще я вам покажу. Вот парламент. Так же точно, как в Пиндостане, в Вашингтоне. Отделились стеной. Вот. Вот там, короче, правящие ублюдки. А здесь вот народ что-то от них требует. Вот. Я понимаю, что если бы это была Украина, там бы уже был бы пожар, как в Доме профсоюза. Вот. Но... нам этого всего не надо. Вот этот, кстати, фонтан там был. Когда-то я вам показывал. Там посередине горит огонь и вода. Вот. Ну, по сути, огонь там погас. Потушили огонь. В общем, я вам дальше покажу, что дороги перекрыли. Там дальше вот эти параллельные или перпендикулярные дороги. Там стоят грейдеры. Чуть позже вы это все увидите. Дороги перекрыли для того, чтобы все больше и больше сюда не приезжали. Поэтому, где основной конвой, так как я здесь стою, я точно не знаю. Где-то, наверное, разбросан по всей Оттаве. Вот. Что тут написано? Наша свобода продается. А, наша свобода не продается. Не продается. Вот за что стоят люди. Они хотят быть свободными. Ясно и понятно. Вот, ясно и понятно. Вот еще тоже кто-то что-то снимает, я не знаю. Ну, это явно не блогер. Вот, но какой телеканал, я не знаю. И опять я сказал, что видели там грейдер стоит.
Какой телеканал, я не знаю. Плюс еще неизвестно, снять они могут, но вы же знаете, как снимут сейчас вот это весь протест. Скажут, вот тут люди ходят, вот это весь протест. Поэтому не знаю я, не буду я грешить, говорить, что они говорят по телевидению, я не знаю. Тот, кто в Канаде, напишите потом в комментариях. Даст Бог, я увижу. Может, я буду лучше иметь представление. Дальше полиция перекрыла дорогу, поэтому там люди, машины, они будут ездить, проезжать рядом, гудеть, шуметь, но их не пропускают, видите? Вот, поэтому, если бы я сюда утром бы не доехал, то никаких бы репортажей бы, в общем-то, и не было бы толком. Стоять где-то фиг знает где, далеко от эпицентра, тут не находишься по такой холодине. Ну вот стоит он, ну что вы думаете, если толпа бы ломанулась, он бы кого-то бы остановил? Нет. Вот, но я утром прошелся, вот, в носу все замерзло, сопли козявки замерзли, ресницы замерзли, вроде и не так холодно, ну как бы, тогда было 22, ну холодно. А вот эти вот товарищи здесь стоят, то есть я прошел, сколько, наверное, ну может полчаса, а эти товарищи тут долго стоят. На светофоре тоже остановятся все, вот как он там махнет остановиться, остановятся, то есть вот такая вот, такой вот протест. Демократичный, спокойный. Да я вообще удивляюсь, что канадцы, они вышли. Это действительно удивление. Потому что настолько здесь всех воспитали десятилетиями. Воспитали быть послушными до безобразия. Что я удивляюсь, что вот они вот взяли и начали бороться за свою свободу. Видите, кто на чем, на велосипедах. Это, кстати, классный велосипед. Я бы себе такой бы купил. С улой. Ездить. Вот, ну, это самый центр, видите, там вот парламент, самый центр. Видите, перекрыли. И сюда дальше не попасть. Потом я пройдусь, вам покажу, что на параллельных улицах. Видите, стоит, гудит. Дальше вот этот трак стоит. Я не помню, там что-то интересное у него было написано на решетке радиатора. Сейчас, если я увижу, по-моему, что-то там... В общем, сейчас сами увидите. И вот эти люди только они могут вот так вот кругами проезжают, пищат. Ну, вы сами видите, что у него написано. Написано, что я не баркод. Я тоже не баркод. Чуть меня не задавили. Ну вот я иду потом уже, думаю, интересно, посмотрим, что там происходит. Потому что издалека я видел грейдеры, там тракторы. Вот какой-то парамедик стоит. Врачи. Поставили грейдер для того, чтобы никто не проехал. Вот опять-таки это раннее утро, где-то 9:30 утра примерно, как-то так. Вот потом после этого тут у меня, я вам уже показывал во время стрима, тут пошла движуха, начали ездить траки. Улица, на которой я нахожусь, на данный момент она также в два ряда. С одной стороны в два ряда стоят и траки, и машины, и с другой стороны в один ряд, а между ними там пространство, там ходят
люди. Мужик, из-за которого я остановил мой последний стрим, он попросил меня дать ему масло для генератора, моторное масло для генератора. Я с ним поделился. Он просил, можно ли подпитаться к моему источнику электричества. Я спросил, насколько. Он сказал, на целый день. В принципе, я ему дал. А потом я сказал, смотри, ты тут понимаешь, я тут буду стоять, наверное, минимум неделю. Вот, поэтому для того, чтобы электричество у меня работало, мне надо мотор включать за неделю, так я всю солярку и сожгу. Вот, тогда будет беда, поэтому мне надо экономно. Вот, это уже параллельная улица, люди едут. А, так я что, я ж не договорил. Здесь стоит столб освещения, там я увидел розетку. Мы попробовали подсоединить его переноску к этой розетке, но розетка была обесточена. Хоть свет горит, но, кстати, непонятно тоже. Куда уходят деньги? День, и у них горит свет. У них горит свет на этих всех лампах. Нахрена? Вот сюда уходят мои налоги. Да. Ладно, в общем, это параллельная улица, видите, все, что близко к парламенту, перегородили. Как я сказал, потом народ набежит. Приехали, ходят. Это уже следующий перекресток. И тут тоже грейдер, да, или грейдер? Ну да. Чем никто не работает. Все стоят. Кто-то грейдеры заблокировали, кто-то, как мы, протестуем. Народ требует отставки премьер-министра. Ясно и конкретно и понятно, вот все ходят, отмена мандатов, Трудо должен уйти, Трудо, ну, в общем, это слово из четырех букв на F, начинающееся с этими плакатами. А это, по-моему, уже мы с вами подходим к той улице, в конце которой там я уже стою. Да, и вот здесь как бы вот это и пускали народ, и пускали народ, и они проезжали мимо меня. Все там стояли в очереди. Сейчас на данный момент я не вижу, чтобы здесь кто-то проезжал. Наверное, там, судя по всему, заблокировали окончательно. Может быть, за углом заблокировали траками, а может быть, тоже поставили грейдер, я не знаю. Вот, ну вот так вот люди все стояли в очереди для того, чтобы проехать. И все послушно, все, вот, этот регулирует, регулирует. И только упорством, как он, видите, жезла тут нет, все руками. И только вот длительный упорный протест сможет привести к какому-то результату. Естественно, если вот так вот люди походят день-два, то, естественно, никто ничего не изменит. Поэтому здесь я сказал... Я думаю, что мы здесь надолго. Свобода от мандатов.
фокус что-то в камере иногда пропадает. Это, наверное, из-за холода, видите? Я снимал на две камеры. Одна из-за холода разрядилась. Это потом уже вторая. Сейчас я их зарядил полностью, согрел, зарядил. Когда в следующий раз пойду что-то снимать, оно все готово. Кстати, этот телефон, который сверху сейчас вы видите, к сожалению, мне придется эту плашечку вверху убрать. Этот телефон я потерял. Вот. Теперь, вот видите, на продажу свобода. И вот это мой перекресток, где я стою. Вон мой трак стоит. Так, ну ладно, это уже пошло заново. Вот, давайте я вам покажу, что сейчас здесь происходит. В принципе, вот, на этом этот мой репортаж заканчивается. Буду держать вас в курсе, снимать, что здесь происходит дальше. Все, всем добра, любви, здоровья, с уважением к вам, Бен.